Добрый вечер. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Сегодня особенный концерт, он благотворительный. Без денег, но с огромным желанием помочь. Саратовские рок-музыканты устроили благотворительный концерт. Молодые люди собирают средства на операцию девушки, больной редкой формы рака. Надежда Можилина выступала в этот вечер не только в качестве исполнителя, но и организатора концерта. Она уверена, добрые дела не отнимают много времени. В России меценатство, благотворительность развито не очень хорошо. Но что очень радует, когда вот в сети появилась информация о Маше, очень много людей отозвалось. Если мы друг другу помогать не будем, ну это будет очень плохо. А, не знаю, что? Вот, Маруся, для тебя первая наша песня. Поддержали музыкантов и управляющие арт-бара «Ленинград», предоставившего в этот вечер площадку для концерта. Они отдали часть выручки благотворителям. Такие вещи нужны не только, вот, допустим, Маше Савиновой, которая попала в тяжелую ситуацию. Они нужны нам, каждому из нас, чтобы понять, что мы еще способны сопереживать, сочувствовать. И мне кажется, что каждый, кто сегодня поучаствует вот в таком благотворительном этом концерте, я думаю, что каждый уйдет немножко другим. Марии Савиновой 24. Этим летом она закончила медицинский институт. Мечтает стать педиатром. Девушка уже перенесла одну операцию в Израиле. На очереди вторая. Маш, скажите, вероятность того, что после этой операции будете здоровы, какова? 100%. То есть это как ненужный кусок, его убирается, и все. Она не злокачественная, химию делать не будут, ничего. Просто убирают вот эту опухоль, и все, я буду абсолютно здоровая. У Марии редкая форма рака. Опухоль прорастает в спинной мозг. Девушка не может даже двигаться без обезболивающих. Чтобы она могла жить дальше и лечить детей, нужно 2 миллиона рублей. Я хочу быть врачом, это вот самая такая мечта. Мечта она есть, и я к ней иду, Не хочу сдаваться совсем. Пока благотворителям удалось собрать для Марии только 93 тысячи. Молодые люди уверены, набрать необходимую сумму и подарить жизнь одному молодому врачу и сотням детей, которых она спасет, вполне реально. Анастасия Усова, Олег Буланов, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.